В это воскресенье военкоматы страны отметят столетие со дня образования. Военные комиссары Чуваши поздравления принимали уже сегодня. Об истории ведомства и его задачах сюжет Дмитрия Ковалева. На этих стендах вековая летопись военкоматы республики. Комиссариаты были образованы в непростое время для того, чтобы решать стратегические задачи. В годы Великой Отечественной войны успешно была проведена всеобщая мобилизация. На фронт только из Чувашии были призваны более 200 тысяч человек. В военкомате республики в сжатые сроки укомплектовали и интернациональные войска. Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов остаются поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, оказание социальной защиты гражданам, уволенным с военной службы. С первых дней своего становления военные комиссариаты исполняют почетную обязанность по подготовке защитников Отечества. План Генерального штаба республика выполняет каждый год. Призывники из Чувашии служат и в элитных войсках. Ежегодно все показатели по нормативам призыва мы выполняем. Нормативы нам доводит Министерство обороны Российской Федерации. И здесь хочу выразить слова благодарности родителям, которые достойно воспитывают своих сыновей и дочерей. Воспитание молодежи для военных комиссариатов – одна из ключевых задач, и она выполняется эффективно. В республике за последние годы выросло количество кадет, а вот уклонистов, отмечают военкомы, становится все меньше. Действительно, наши ребята молодые хотят служить в вооруженных силах. Это школа мужества. Мы стараемся молодых ребят ориентировать на их профессиональную подготовку, направляем по подготовке специалистов в ДОСАВ, на обучение водителей. Также мы работаем с ребятами по набору на военслужбу по контракту. Набираем молодых ребят, ориентированных на прохождение, на поступление в военное училище. Лучшим из лучших вручили почетные грамоты и юбилейные медали от Минобороны. Вклад работников военкоматов сложно переоценить. Благодаря им страна под надежной защитой. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.